Казанах, надо чуть-чуть дать свое решение. Чуть-чуть назад подать, пожалуйста. По номерам сыграть, да? Как мы уже говорили, отсерокопировали и вручили нашему сотруднику Кирпову Сулайманову. Сейчас мы сверим то, что данные денежные средства на самом деле были отсерокопированы и совпадают они по номерам. Так, камеру поближе, Манас. Купюра, номинал 5000 сов, серия АА 55-30-382, совпадает или нет? Совпадает. Совпадает. Денежные купюры номиналом 5000 солов. Серия АА 1279-859. Совпадает? Денежные купюры 5000 солов. Серия АА 52-47-800. Совпадает? Совпадает. Денежная купюра номиналом 5000 солов. Серия АА 47-95-848 совпадает? Совпадает. Совпадает. Так, денежная купюра номинал 5000 сомов. Серия АА 90-47-162 совпадает? Совпадает. Да, совпадает. Можно начинать, да? Я прошу прощения, погромче будет. Хорошо. Дежурную службу государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями поступают неоднократные звонки. Вот. Один из сообщений было зарегистрировано ЖУИ в последующем ВРПП. В рамках указанного досудебного производства следственно-оперативной группой были проведены соответствующие мероприятия, в ходе которого вот, были задержаны лица, которые нарушение законодательства Крымской Республики реализовали муку по 1700 сомов. Получается, каждый мешок завышался на 300-400 сомов. В настоящий момент, как вы видите, проводится следственно-оперативное мероприятие и фиксируется факт нарушений статьи Уголовного кодекса 216. Это монополические действия и их ограничения. А за последнее время слышно, пожалуйста, вас продавцы жалуются, что повышены отпускные цены, соответственно, они не могут сами себе торговать ущерб, потому что было озвучено на дурдое на рынке. Ну, по этому факту я могу сказать, что основными нашими большие вот организации фирмы, которые занимаются производством муки, это Ахун, Яшар и Эльнур, да? Вот с ними были проведены как бы соответствующие разъяснительные работы, в ходе которого было соглашение о том, что цена на реализацию муки не будет. Вот это то, что они делают, зачем они совпадают. Да, в настоящий момент они занимаются фиксацией денежных средств. Вот. Мука была куплена на сумму 110 тысяч сомов. Вот. И указанные деньги были ранее намечены. Была снята ксерокопия денежных средств. После этого денежные средства были вручены продавцу муки. И вот в настоящий момент идет свлечение денежных средств ксерокопии имеющихся у сотрудников. Что будет с продавцом? В отношении продавца будут проведены доследственные мероприятия, по окончанию которых материалы будут направлены в суд, и судебные органы будут решать. Да, либо штраф, либо уголовное. Вот это будет решать. Так, в настоящий момент мы находимся у Латова Матросова. Штраф тем более на Крымском. Это контрольная заправка, да? Да. Она вчера говорила. При входе в торговые центры обязательно должны висеть вот эти антисептики. Понимаете? И вот эти все меры, я думаю, что они как бы позволят нам продлить или вообще как бы не допустить. В случае возникновения мы можем сразу ввести запрет, ввести карантин. Спасибо. Понятно, ваш.
Piskedele sahip olsun. Ya, piskedele olup olsun. Антимонопольный комитет проекта. Полиция. Текшек пропал Харкурбюч. Вас отдать мне. Харкурбюч. Вас раньше уж керек. Раньше раз закупал он, бары текшек пропал. Текшек пропал. Зачем надо? Харкурбюч. Не сидит, ты должен вести сад часов? Рис пишет от Турана. Вон Мурон, 55 сом номер. Вот, это же уже вот сюда. 55 сом номер. 95 ба. Кайсы чурдан башта 95 сезон баштады. Канча бу? Кечетен башта 95 сезон. Могу отложить на 50. Вот я манчу на 50. Если кричать. 55 сезон болчал, 60 болчал. Вот шунда бергунде. Басы. Жок, бир күндө эмес. Сиз айтып койсуз, кече күнү. Кечеден баштап 95 сомдон келди да, а мурда кысы бурун да эми мындан может бир жума мурда ошондой баалар болчу да. Анан кийин 70 сомдон келип атам мурдагы жумада. Азыркы учурда башка жерлерде ушул эле спрей 60 миллиграмм 60 сомдон. Неман аптекасында Глобус магазиндеринде 60 сомдон сатылат экен. Сиздин эмне фармтор аптекасында 95 сом. Бизге кандай баа менен келсе ушундай саламбы? Ошончо маалымат берип алып. Айдар эле карта жок болсун. Кайсыл жактан келет бул? Биздин складтан келет, фирманын складынан келет. Бизде фирмада склад бар, чоң фирма, ОКО фирмасы, чоң складка заявка кылабыз, ошол жактан келет, а аяктар кандай жабык болушат, билесиз. Алуучулардан эч кандай жалоб жокпу? Баасы 90 сом болот экен. Жок, бир күндө канча сатасыз? Вот 20-30. Просто ошо 2-3 күндөн бери эле ушундай ажиотаж болуп кетти, а так күнүнө бир 5-6дан эле сатылчу. Аптага чейин даярган. Сейчас подождите секундочку, Так, уважаемые журналисты, уважаемые горожане, как вам известно, сегодня в городе Бишкек ведет режим повышенной готовности к угрозам коронавируса. Мы со службами финансовой полиции города, антимонопольный комитет и районной генеральной сегодня провели рейды по торговым объектам. Как вы видели, на сегодняшний день ажиотажа, паники по обеспечению с продуктами питания нету. Есть один вопрос, связанный с мукой. В некоторых местах спекулянты продают по завышенным ценам на 100-200 сомов. Сегодня нам дали рекомендации, чтобы ценники они повысили, а цены на уголь держали не более 1450 сомов за мешок. Также нами был проведен рейд по компьютерным клубам, по объектам, где посещают наши школьники, дети. Также рекомендовано владельцам и арендаторам данных объектов ограничить данный вид деятельности. И на днях мы примем решение в дальнейшем запретить или лишь ввести тоже режим ограничения. Также мы сегодня посетили аптеки. Там есть также, пользуясь моментом, некоторые владельцы аптек пытаются завысить цены. Мы также дали рекомендации, чтобы цены держались на уровне, которые были 2-3 месяца назад. Сегодня могу заверить, что в городе ситуация стабильная.
мы начали работать также в режиме экономии. Бюджетные средства будут экономиться в экономном режиме по поручению президента. Также мы, конечно, будем увеличивать свою доходную часть для того, чтобы выполнить все те программы, которые намечены для мэрии города Бишкек, для служб и для наших акимиатов. Спасибо. Ну, вообще, как не видно, регулирование, то есть вы просто просите.